енчик. Блять! Там будет такой тверк, что он вам понравится. Алло. Я вот когда-нибудь был вообще под каблучником, нет? Приветствую смотрящих. Академия смеха, 54/25 секунд смеха, лучший прикол ноябрь. 2021-174, смеялся, подписался, прикол. Вы мне в тот раз сказали, под предыдущим роликом, Академия смеха, вот ты мне сказал. Ты говоришь, я говорю, как секунды высчитываются? Как секунды высчитываются? Вы мне целую формулу вычислили, формулу, блять, арифметическую. Ты, говорит, понимаешь, что секунды, а как бы это минуты умножаются на секунды, потом делится на 100, потом 8 пишем 3 в уме, и я такой, знаешь, сижу, я такой сразу косинусы, синдусы, вот эти тангенсы, котангенсы, блядь. Ты вообще человек адекватный? Нет, кто это писал? Кто это пукнул? Прекрати, прекрати. Секунды высчитываются посекундно. Так и высчитываются. Всем приятного просмотра, ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай подписываться на телеграм-канал, вот он. Сейчас, кстати, на втором канале у нас Hard Games, да, называется канал Hard Games, понимаешь? Там мы, знаешь, что проходим? Знаешь, что? Не скажу. Ладно, скажу. DLC Little Nightmares. Можно всей семьей позалипать. Немножко можно обосраться. Там, кстати, мата почти нет. Кого я обманываю? Так, я буду в этом выпуске. Собака какая-то тявкала на нас, блядь. Давай, выходи. Выходи, чё? Давай, потявкай еще. Ну, потявкай. Ну... Surprise, motherfucker! Школьник, бан, блядь! Сюда. Ого! Сначала скажу, что наш колл-центр только что подвергся массированной дедос-атаке из-за рубежа. Дедос! Тупо! Дедос, блядь! Ты понимаешь, то есть в прямом эфире новостей просто ей прям в ухо говорят, у нас дудос, блядь. И именно дудос, понимаешь, из-за рубежа. Проклятые вот эти вот ваши американцы, да, все. И Обама во всем виноват, Обама. Хочу, блядь, сказать этому ебаному Обаме, нахуй. Ебаный ты козел, нахуй. Черножопый, блядь. Пизди ты не краснеет, продолжай. Ой, хорошо. Блин, ребят, не могу, я потеряла батю в тумане. Мы должны были ехать в магазин, что делать? Блин, ты ненормальная, что ли? Я не пойму. Ежедневно, что несколько парадоксально. Ну что это, блядь? Это муха. В камере вас оса. Это злой муха. Угони ее в пизду, она лезет в объектив. Какие-то проблемы. Проблем нет. Просто человек работу только что потерял. Из-за осы. И вернемся к нашему корреспонденту. Алло. Добрый вечер. Квартира 20 в вашем подъезде. Откройте, пожалуйста, дверь. Это военкомат. Не отставать от жизни. И всегда оказываться в нужное время, в нужном месте. Мы можем все, когда речь идет о друзьях. Автомобили «Газель». Не в службу, а в дружбу. Наконец-то мне... Но сразу видно вброс, потому что «Газель», «Газель» — нормальная машина. Вы не правы, всего доброго. Первые полгода. Нормальная машина, практически без вложений. Сделали генератор! Окей, let's go. Все тихо. Спи. Когда удачно женился. И вот здесь еще, вот здесь, коленочку. Давай, слышь ты, где там... Я мужик. Нет, ладно. Я домой приду, так же сделаю. Я... Алло, дорогая. Что? Ребенок просто спит. Просто уже спит ребенок. Это не считается. Просто как бы спит уже... ну, младший сыночек, да. Только из-за этого будить не хочу. Да, только из-за этого. Начни, вот с пальчиков. Отсюда, да? Да, да.
Кто написал цок-цок в чате? Ты что, какой цок-цок? Нет никакого цок-цока. У нас любовь и взаимопонимание. Я, знаешь, домой как прихожу вот так вот кулаком по столу. У, сука! Говорю, ну-ка быстро папе поесть! Чего вы начинаете-то, а? Цок-цок, да? Вот сейчас ты извинишься. Все, все, все. Закончилось мое терпение. Все, звоню. Сейчас мы узнаем, кто цок-цок. Алло. Алло, я на стриме. Один вопрос, ответь, пожалуйста. Зая, я у тебя под каблучком. Это не важно. Ответь мне просто на вопрос, ты на громко. Я вот когда-нибудь был вообще под каблучником, нет? Или я вот мужиком всегда был? Нет, мужиком. Умница. Вопросы есть? Ну давай, рассказывай, давай. Вопросы какие-то имеются, нет? А? Зачем по левому номеру позвонил? Кто это сейчас, блядь, пукнул в чате? Бан сразу. Я мужик, понимаешь? Я мужик. Я в своем доме, я мужик. Я просто вот так вот захожу, говорю, вопросы какие-то имеются? Проплачено. Самодонат. Постанова, блядь. Нету тут никаких постанов. Вранье. Я мужик. Я вот, слышал? Надо шубу будет купить. Справить. На Новый год. Что? Святая женщина. Святая. Подожди, а с какой она Олесей? Неважно, она святая. Жесть. Алло. Я вас не распознала. Иди нахуй. Чтобы... Я вас не распознала. Иди нахуй, ты волчок. Проходите. Фанет, приветствую. Здесь вообще в целом все так, более, я как смотрю, все дружно живут. Ну да, скандалить смысла нет. Хули ты, блядь, пиздишь нахуй? А хуй молчишь, блядь? Мое ебало вот на все видимо нахуй. Я за всех. Да ты, блядь, ёпта, хуже ёбаный в рот нахуй. Bark at your dog. Добро, добро идет. Чуть не понял, ты че, блядь? Я чуть не понял, блядь, ты че, прикалываешь, что ли, че, блядь? Блин, мне не хватает собаки. Я хочу себе собаку, но, сука, я хочу несколько сразу. Я хочу и, короче, хаски или маламута. Блин, я хочу себе, знаешь кого я тебе сейчас скажу? Стафа себе хочу, стафа. И, сука, доберманы мне стали нравиться. Но при этом, приходя домой, я хочу, короче, чтоб такой маленький, хорошенький, пушистенький такой говорил... Я вот так вот ему говорю, да ты ж мой хороший. Поэтому дом когда построю, а дом я построю, он уже строится, кстати. Кстати, надо в телеграм-канал, чекай завтра, ладно, не завтра, ладно, послезавтра, выложу уже фотокарточку дома, фотокарточку красивую, или в инстакарточку свою, hard.inst, выложу, да, фотокарточку дома, давай в эту, в сторис кину, в сторис, все. Забей, я видел, какие слова выучил, сторис. Модный. День два раза. А знаете, кстати, ребят, во что нельзя, чего нельзя стрелять, короче, в Африке? Знаете из чего? Из водяных пистолетов. Вот это упражнение делает позвоночник. Что это анекдот был? Ну, не особо смешной, но мне недавно рассказали. Не будет. Он мне, кстати, с самого начала этот анекдот вообще не понравился. Блин. Орео-десерт из трех ингредиентов, который приготовит даже чайник. Приготовь мне, пожалуйста, Орео-десерт. Дурак. Кошка всегда выбирает самое лучшее теплое место в доме. Так что... И не нахуй, да, здесь... Вот еще. Родители поставили москитную сетку, чтоб никто не залетел. Но моей сестре это не помогло. Да ну нахер! Да ладно! Что это вообще возможно такое? Я вас категорически приветствую.
Йоу! Тенго Кальдерон! Я опять продолжу, еще раз говорю, пока ты лайк не поставишь. Лайк поставил, нет? Здорово, Рональдиньо. Привет, Филипп Киркоров. Что, ты опять с своим корнишоном возишься? В смысле, я ж вылечил уже. Да не, про машину. А, ё-моё, пахнет столько бабок. Масло заслужит. Купи хоть... Бля, я здесь... Ору здесь. Чувак, короче, бимеру взял на стройку. Прям вот-вот рядом с домом, соседний подъезд. Короче, я выхожу, здорово-здорово, что-то туда-сюда. Смотрю, этот... Не замерзайку льет. Думаю, блядь, подойти, поинтересоваться. Знаешь, что так стоит, выцеживает. Я говорю, блядь, что произошло? Так он, знаешь, прям цедит. Прям думаю, тачка вроде нормальная, пацан вроде не бедный. Подхожу, он масло наливает, блядь. Я говорю, что, жрет? Он говорит, да нет, там 3 литра, говорит, на 100 километров просто, не больше. Вообще нормально. Там немного, это ваги же, ну это же немцы. Я говорю, а, ну раз немцы, ну тогда да, блядь. Ну тогда тебе это все меняет. Посмотри на свои кроссовки. Что не так? Ну где они вообще? Слушай, снег только на следующей неделе. И вообще, давай, иди куда ушел. Давай, садись в свою колымагу. Поехал я домой, я сейчас дурака такой. Скатерть всю дорогу. О, ага. Пожалуйста, вот так. Вы что думаете, я вот так просто так про BMW говорю? Я еще раз напоминаю. У меня была прекрасная машина. То ли 9-го, то ли 8-го года. X6. Е71 кузов. Я вообще, понимаете, я... Это лучший год моей жизни был, понимаете? Лучший год. Особенно знаете когда? Когда при зарплате в 50-60 тысяч... Ты в автосервис заходишь, тебе говорят, братан, там 6 форсунок, бэушные, говорит, по 30-ке, и один топливный насос. Блять, за 60, говорит, БУ возьмем, а у меня зарплаты 50. А он мне говорит, 6 форсунок, по 30-ке, и квартира в аренду, блять, была, и жена дома ждет. И, бля, зато на X6-ом, хули. А что, жизненно, жизненно. Зато знаешь, какой красивый белый X6 был? Бля, вообще великолепная машина. Всем рекомендую, бля. А еще был, знаешь, какой прикол? В автосервис тоже заезжаю, я говорю, Игоряша, я говорю, посмотри, что-то подвесочка немножко шалит. Он говорит, братан, там, говорит, рычаги. По 12 каждый. А к рычагам какие-то болтики, гаечки, шпунтики, блядь, с тебя 120 тысяч. Я говорю, ты что, дурак, блядь? Я говорю, я чё, за форсунки, блядь? Не отдал, я говорю, я еле хожу, я есть перестал, блядь. Ну все хорошо, зато дизель, зато экономичная машина. 3.0 дизель вообще экономичная машина, покупайте только дизеля. Вот такая тачка, блядь. Знаешь, зато как красиво смотрелась, когда стояла. Хера себе, так можно открыть, немножко подобосраться, ёпта, это вечерочком так полить же в духовочку, пирожочек достать, а там... Вот смотри, Масяня, у меня грибочки сейчас с картошкой будут, под водочку, бля, мама не горюй, на. Вон банька, короче, все как надо, охуенно, да? Ромчик, что как тебе картошка, братан? Пожарили? Глютаралдегид. Блять, да ладно. Да ладно. Бля, пацаны, да вы гонь. Да нет, это хорош. Подожди, это склейка. Мамикс Саундс. Минамикс Саунд. Вон банька, короче, все как надо. Охуенно, да? Подожди. Ромчик. Бля, это тот же самый ТикТок. Братан. Че, как тебе картошка, братан? Пожарили. Глютаралдегид. Испугались? Обосрался. 30 тысяч лайков, играю в эту игру на стриме. Один стрим сделаю на Hard Games. Погнали. Название игры, ссылка внизу в описании. Давай, дружочек.
Понимаете, есть вот ремастерит, а есть ремы. Мне главное такие пишут вот эти вот, говорят, слушай, братан, говорит, там сейчас трилогия выходит. GTA, мы тебе, короче, бабосиков, говорит, дадим, там тебе, еще там другим, короче, работягам, стримерам. Надо сказать, что игра просто пушка. Просто пушка, понимаешь? Просто гонка, легенда, блядь. Я геймплей посмотрел, я говорю, ты что, наркоман, что ли, сука? Я говорю, мододелы и то лучше сделали. Эти ремейки, блядь, продают. Как эти, Skyrim, какой же, 8-й раз уже Skyrim продали. А эти все покупают, эти. Там зато такая графика, блядь. 6-й раз уже Skyrim. Нахуй. Покупаются Skyrim, хорошая игра, говорят. Да все хорошо, все хорошо. Еще один перевыпуск, и там тогда точно все будет нормально. Все хорошо. А как? Кстати, жиза. Голову строго вверх. Раз, два, три. Разговаривать нельзя. А ты, Данил, фиксируй. Раз, два, три. На звезды смотрит, бля, буду. Вот он. О боже, у нас полгорода таких. О, Енчик. Блять! Ты что, конченый, что ли? Парни красивые, поэтому как бы мужчины должны нам платить деньги. За то, что вы просто есть. Да. Да. Будь проще и говори на понятном, языке, на понятном для людей языке. Я ничего не понимаю вообще. Плюс один. Call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. Ta-dang. 여기 거의 먼지가 생겼어. Oh, oh my god. Shit. Oh shit. А мне вообще водить опасно. Ну я один раз 250 по кольцу дал. Ярик, блядь! Ярик! Гоняешь. Мерин в кашу, теперь с водилой езжу. Во-первых, если ты будешь высовывать свое оружие из-за угла, а там будет находиться противник, он просто... Не так быстро, приятель. А? Ты оружие-то опусти, опусти. Слышишь, мы тебя не тронем, в натуре за базар отвечаю. Это что, такой прикол типа? А деда от этого отстанут, нет? Тут 603-й домик, смотри. Что-то неровненько у меня тут. Ну-ка вот маленько. Рекорд? Рекорд по онлайну? В этом, вот в этом, да, вот полугодии. 19 870 человек. Я напоминаю, 20 тысяч и тверк сразу в ТикТок будет записан. Я не забыл. Так что, там, ну там я сразу говорю, там будет такой тверк, что он вам понравится. Вот так вот, сразу спойлер. Я подогнул вот сейчас, будет все нормально у меня. Ма, порычи, пожалуйста, в голосовом, как большой динозавр злой. Ну, если это тебе нужно, сейчас попробую.
Никита, вопрос. Чей писюн убежал? А что это такое? Я принес тебе ппшных печенек, дура ты тупая. Чего? Ты сама говорила, поступки важнее слов. Так что держи, с***. Зацените, здесь, значит, стоит помпа. Так, что-то ее опять подклинило. О, пошла работать. Какой это заяц? Какой нахер это заяц? Сам ты, Вася, заяц. Не заяц это. Не заяц, нет. Нет, я про... Тихо. Щек. Горли, горло, горли, горло! Человек-паук? Надпись: бросьте что-нибудь, чтобы замаскировать ваш пердеж. Брэнди, какого х... Имба, принеси туалетную бумагу. Я вам рассказываю сейчас такой лайфхак, от которого 100% вы сейчас все охренеете. Блять, я даже вот так вот сделаю. Короче, я понял. Как вы знаете, у меня два пацана, да, у меня два ребенка. Я вам, значит, рассказываю. Сейчас буду говорить, сейчас просто будет взрыв мозга. Готовы? Готовы? Короче, обязательно нужно завести как минимум одного ребенка. Знаете почему? Потому что, когда ты сидишь и срешь, можно, знаешь, как сказать вот так. Принеси туалеточку. Ты думаешь, это все? Ты думаешь, это не все. Это баян, да? А это еще не все. Для чего второй ребенок? А для чего второй? У этой истории есть продолжение. У меня второй появился. Что думаешь, я, блядь, не придумал? Для чего второй в этот момент нужен? Я для чего его расщу-то? Правильно. Блядь, молодец. А пока ты сидишь, кекаешь, второй бежит на первый этаж, короче, и несет тебе пиван Деппола. А знаешь, что самое интересное? Знаешь, для чего третий? Чтоб машину бесплатно в Москве ставить. Гениально, блядь. Ну а почему нет? Многодетная семья. Бедный папа. Я тут своей сказал, она говорит, ты что, мудак? Ты, говорит, в Москву два раза, блядь, дай бог, в месяц ездишь. Я говорю, зато представляешь? Представляешь, все такие лохи платят, а я такой на своей ласточке. Езжаю, говорю. Многодетный отец. Вопросы есть, нет какие-то? Блядь, почему мне так грустно стало? О боже, блядь. Это из парка юрского периода. Нет, это было в документалке. О боже, это парк юрского периода. Хватит жрать сладкое, жопа слипнет. Чувак, выключи свет. Я хочу в туалет. Иди в раковину. По-большому. У меня возник вопрос. Ты знаешь какой? Ты знаешь какой. Я еще раз говорю, в интернете нас никто не знает. Все, как говорится, анонимусы. Мне так, по крайней мере, говорят по телевизору. По телевизору говно не скажут. Скажи честно, ссал хоть раз в раковину? Блять. Ой, какие вы, сука, мерзкие, а? Вот какие же вы, блять. Вот вы представляете, сколько, сука, вас вот этих вот засанцев, блять. Смотри.
Вы мне объясните, блядь, вот зачем вы это делаете? Вы зачем это делаете? Вот зачем вы ссыте в раковину? Зачем вы это делаете? Ну ладно, в бассейн, ну там грех не нассать или в море. Зачем вы в раковину? О боже, блядь, о боже. Ну, кстати, с балкона я тоже ссал. Было дело, блядь. Малым был, ссали нас пора. Страна великолепная. СНГ-комьюнити, она лучшая вообще. Чё? Эмбер Хай. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А, да? То есть монтажер решил усугубить, да, уже усугубленное? То есть меня он в ролик не вставил, да? То есть много лет нашей с вами дружбы вот так вот, да? То есть сейчас вот коту под хвост, да? Ну, то есть вот так вот, да? То есть вот эти лайки, которые я тебе ставлю, вот эти вот комментарии, вот эти вот, которые я тебе пишу. То есть это все было зря, да? Для продвижения ролика. Ты-то, кстати, написал комментарий, лайк поставил? Ну ладно, я тебя запомнил. Где в центре мой вот такой вот, просто вот такой вот, а? Я в следующий раз, если вот так вот не будет, ребята придут, проверят, все, все. Уйду, уйду в закат.